Являю заместителем декана по факультету ветеринарной медицины, пищевых и биотехнологий. Также доцентом кафедры морфологии, патологии животных и биологии. Я представляю Саратовский государственный аграрный университет имени Вавилова. В настоящий момент в стационаре факультета проходит лечение 3 лошади, поступивших с управления Министерства внутренних дел. Состояние животных удовлетворительное. Лошадям были проведены целый комплекс диагностических мероприятий. На все выявленные изменения были поставлены диагнозы и назначено адекватное лечение. Хотелось бы обратиться к людям, которые беспокоятся о судьбе этих лошадей. Вследствие того, что животные проходят интенсивный курс терапии, то посещение в течение дня оно должно быть регламентировано, то есть в определенные часы. Администрацией вуза было определено, что оптимальными часами такими являются время с 11.40 до 12 часов. По будням. В это время вам могут ответить на ваши интересующие вопросы и обслуживающий персонал, и ветеринарные врачи, которые проводят лечение. Что можно приносить тем, кто желает чем-то угостить лошадей? Животные находятся на определенных рационах. Это диетическое питание, которое способствует восстановлению силы животным. В качестве лакомства и, естественно, все корма, которые необходимы, они есть в достаточном количестве. В качестве лакомства можно приносить яблоки и морковь. Естественно, чистые, мытые. Но что касается кормления, то кормление животных осуществляется в определенные часы, для того, чтобы лечение было более эффективным.